Пачатку тыдня ў паліклініках прынёмання назіраецца некаторае павелічэнне колькасці пацыентаў з сімптомамі вострых рэспіраторных захворванняў. Разам з тым эпідэміі грыпу на тэрыторыі нашага рэгіёна пакуль няма. Паводле прагнозаў эпідэміёлагаў, грып да нас сёлета прыйдзе ў лютым і, як чакаецца, пройдзе без сур'ёзных наступстваў. Таціна Бараноўская падрабязней пра тое, якія вірусы зараз найчасцей становяцца прычынай вострых рэспіраторных захворванняў на Гродзеншчыне. Высокая температура у Кристины трымалася некалькі дзён. Дзяўчынка гаворыць, што зараз урокі ў школе па прычыне хваробы прапускае амаль паўкласа. Мне балела горло, нос был немножко заложен, і дзясна балела. А в класе у нас не было почти 13 или 12 человек. Медыкі пагаджаюцца, сезонны уздым вострых рэспіраторна-вірусных захворванняў на дадзены момант ёсць. Сярод вірусаў зараз найчасцей праяўляюць сябе адэна, рына і энтэравірусы. Пра тое, што ў рэгіён прыйшоў грып, пакуль гаварыць рана. Большой вспышкі заболевання на настоящий момент нет. Если слушать эпидемиологов, то подъем заболеваний в республике у нас ожидается в феврале месяце. Если говорить о этом вирусе, который мы ожидаем в этом году, то мы уже с ним встречались в прошлом году. То есть уже нашему населению он знаком. И поэтому, видимо, заболевания будут не очень высокий подъем и, видимо, все-таки более легко переноситься. Однако узмоцнена заняться профилактикой специалисты все ж таки настойливо рекомендуют. Так и мама Кристины парады врачов старается выполнять докладно. Иммунитет стараемся всегда поддерживать и, ну, различными способами. Ну и оздоравливаться, как бы так. Ну и препараты стараемся принимать именно для иммунитета, что-то повышающее иммунитет. Свои, апробованные на уласном опыте, способы профилактики есть у каждого пациента. Гриппом, насколько помню, не болела, а чтобы как-то профилактически, ну, теплая одежда, шапка, все в соответствии с погодными условиями. Какие-то профилактические, может быть, витамины. Болею я редко, наверное. Ну, стараюсь просто потеплее одеваться. Тем часом миновита вакцинация, упэўнены медики, застается наибольш эффективным способом профилактики грипу. Поводле статистики, якую звычайно ведут у кожной поликлиницы, у перед сезонных усплеску захворвания острыми респираторными инфекциями до урашов наичастей звертаются те пациенты, что не прошли иммунизацию у осени. До слова, сёлета прищепки от грипу зарабили больше за 40% жыхароў нашего региона. И гэта, как свяжают специалисты, пэўная гарантия того, что серьезная эпидемия грипу в ближайшем часе нам не погрожает.